Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни». И с вами я, журналист Дарья Федорова. Сегодня в выпуске. 17,5 лет Татьяна Шестимерова отчаянно борется с боковым амиотрофическим склерозом. Это так тяжело понимать. Но когда ты с этим смеешь, жить становится намного проще. Своим дочкам Эркиназ Агаларова придумывает только нетравмоопасные игры. Ползать нельзя, потому что все это травмирует коленки, ладошки, постоянные перевязки, пища вся перетертая должна быть. Благотворительный забег на Поклонной горе в поддержку детей бабочек. Сегодня мы ждем больше 1000 человек, которые участвуют не в первый раз, а кто-то в первый раз участвует в наших мероприятиях. Будет очень жарко и благодаря погоде, и, наверное, благодаря нашей атмосфере, которую мы здесь пытаемся создать. Опасности для жизни у маленьких людей нет. Вопрос в ее качестве. Ничего невозможно нигде достать. То есть там лифты, все, до свидания. Ты зашел, в лучшем случае ты можешь спуститься, когда на первый этаж можешь дотянуться. Орфанные или редкие заболевания. Как с ними жить самим больным и их близким? Смотрите прямо сейчас. В настоящее время известно около 10 тысяч заболеваний, которые относятся к орфанным редким заболеваниям. Геворкян Анаит Казаровна, выпускница Ереванского медицинского государственного университета. Вся последующая карьера связана с НИИ-педиатрией, знаменитым научным центром, история которого началась 1 сентября 1763 года с манифеста Екатерины II о создании Московского воспитательного императорского дома и открытии на его территории многопрофильной лечебницы для детей. Окончила ординатуру, затем аспирантуру. Диссертацию защитила по теме «Аллергенно-специфическая иммунотерапия при бронхиальной астме». Работала врачом-аллергологом-иммунологом. В 2008 году назначена главным врачом консультативно-диагностического центра НИИ-педиатрии имени Спиранского научного центра здоровья детей. Статистические данные немножко противоречат друг другу. Есть информация, что каждую неделю появляется новое редкое заболевание. Есть информация, что каждые несколько месяцев. Но совершенно очевидно, что их становится все больше и больше, потому что новые методы диагностики, они позволяют выявлять эти заболевания, о которых мы раньше не знали, и люди погибали без понимания, какой диагноз у этого человека. Коварство этих заболеваний, некоторых из них, заключается в том, что, к сожалению, при рождении поставить этот диагноз практически невозможно, если у нас нет анамнестических данных. То есть кого-либо заболевших в этой семье, то есть больных детей или взрослых, или погибших от этого заболевания ранее, эти заболевания проявляются, могут проявляться там на втором, на третьем году жизни. Поэтому, к сожалению, сразу поставить диагноз не представляется возможным, не всегда возможно. У нас есть такие критерии, на что мы должны обращать внимание врачей. Например, при том же мукополисахаридозе их несколько типов. В настоящее время в нашем центре больше 100 пациентов с этим заболеванием. Мы обращаем внимание врачей, что если к вам приходит ребенок, у которого частые отиты, частые бронхиты, пупочные, паховые грыжи, то есть к кому чаще всего обращаются эти пациенты, то пошлите, пожалуйста, этого пациента на консультацию генетику и проведите, пожалуйста, необходимое обследование. Это должно навести врача на мысль, что, возможно, у этого ребенка редкое заболевание. Так получилось, что в этой семье и мама, и сын имеют одно заболевание. Что поделаешь, генетика. При этом оба они удивительные оптимисты. В гостях у них побывал Алексей Поляков. Сыгранностью в этой семье все в порядке. Она называет его Саша, он ее Маша. И не скажешь с виду, что это мама с сыном, как будто брат с сестрой, даже интересы одинаковые. И диагноз тоже одинаковый. Ахондроплазия, задержка в развитии скелета. Болезнь карликов, если по-простому. У меня родители, мама, папа, они совершенно здоровые люди. Там, ни бабушки, ни прабабушки, ну вот в обозримом, да, никто ничем подобным. То есть я это случайность, это такой сюрприз. А Саша это уже закономерность. Эту болезнь невозможно вылечить, разве что хирургическим путем вытянуть конечности на пару десятков сантиметров. В детстве Мария прошла через эту операцию в Институте травматологии и ортопедии. Стоила больше 10 тысяч долларов.
Почему это как бы никем не спонсировалось? Почему там вот ни государство, ничего в данном случае не помогает? Потому что это считается косметической операцией. То есть нету... Ну а что такое? То как бы я от того, что мне это не сделают, я не умру. Я буду дальше жить, как кто. То есть с точки зрения медицины это заболевание, и заболеванием-то сложно считать. Нет угрозы жизни, как говорят врачи. Но вот качество этой жизни под большим вопросом. Ничего невозможно нигде достать. То есть там лифты, все, до свидания. Ты зашел, в лучшем случае ты можешь спуститься, когда на первый этаж можешь дотянуться. Ну или там, если тебе повезло, и ты живешь там на восьмом, который тоже в этом ряду уже снизу. Все. Ну вот они, двое. Друзья. А всего в классе сколько человек? Ну, сейчас 27 примерно, а до этого было 30. В детском возрасте проблем, связанных с небольшим ростом и не таким телосложением, еще больше. Неудивительно, что у Саши не так много друзей и что мама Маша – главный партнер по игре в футбол. Учитель физкультуры в школе предпочитает продержать маленького мальчика весь урок на скамейке, а то мало ли что с ним может случиться. Он очень из-за этого переживает, потому что вот в Сашином конкретном случае, вот его, конечно, вот ему повезло в этом плане, у него шило где надо. То есть... Его остановить вообще очень сложно. То есть у нас там и велосипед, и вот он сейчас ролики просит. Скоро у Саши намечена такая же операция, как когда-то у мамы будут вытягивать кости. Только теперь Мария хочет сделать ее по квоте от больницы, а в эту квоту очень сложно попасть. Может, она решит хотя бы часть больших проблем маленького человека. Булезный эпидермолиз больше известен в мире как болезнь бабочки. Однако за красивым названием кроются трагические моменты. Жизнь таких детей не похожа на сказку. Стой! Это очень нетравмоопасная игра. Только так, надувным мячом и очень аккуратно. Элина и Эльвира – те, кого принято романтично называть «дети-бабочки». Неромантично и по-медицински их диагноз – булезный эпидермолиз, когда кожа лопается от малейшего воздействия. Постоянный контроль над ними, постоянно нужно за ними смотреть. Ползать нельзя, потому что все это травмирует коленки, ладошки. Постоянные перевязки. Пища вся перетертая должна быть, кормить тоже с трудом, потому что поражается не только кожа, а еще и слизистые поверхности. Да, поэтому пузыри во рту, часто они не могут есть, потому что им больно. Мама Иркинас по образованию врач, но название болезни впервые услышала в роддоме, поэтому пробами и ошибками училась с ней справляться, взять хотя бы бинты. Выяснилось, что отечественные девчонкам не подходят. Они просто такие эластичные, растягиваются, фиксируют хорошо и не сыпятся, как наши российские бинтики. Эти немецкие стоят 300 рублей за коробку. Хватит на 2 дня перевязок, а то и на полдня, в зависимости от активности девчонок. Плюс специальные спреи, лейкопластырь. Итого, если посчитать, можно прослезиться. Летом увеличивается количество вот расходных этих материалов, потому что они открытые, кожаная поверхность открытая, жарко. Так трудно подсчитать, но я думаю, 10 на 10-то уходит, в принципе, за неделю. Сложнее финансовых трудностей моральные. Это когда на улице окружающие дети, особенно их родители, буквально шарахаются от девчонок, которые не такие, как все. Хотя эта болезнь не заразна. Даже на даче они ходят на пляж, где поменьше людей, потому что так привыкли. Да и то искупаться сегодня не получится. Ну, тут немножко грязно. А где грязь, там инфекция. Для открытых ран она может быть смертельно опасна, и об этом постоянно надо помнить. Как и о том, что дальше. Не могут же эти бабочки всю жизнь быть в своеобразном семейном коконе. Мы что же не вечные родители. Поэтому какая-то профессия должна быть, которую можно на дому, наверное, работать что-то. Старшая любит рисовать, очень хорошо рисует. А вот что с младшей делать? Она любит готовить. Тут проблема. Эркинас очень надеется, что в мире изобретут лекарство, которое поможет бороться с причинами, а не последствиями этой болезни. Пока что его нет, и детям-бабочкам очень сложно расправить крылья.
Конечно, в идеале любой доктор желает, мечтает о том, что заболевание, ребенок особенно, мы педиатры, который обращается с тем или иным заболеванием, на 100% вылечился и забыл об этом заболевании. Но мне кажется, кроме респираторных инфекций, ни одно заболевание на 100% не вылечивается. Мы здесь должны говорить о качестве жизни детей, о качестве жизни его семьи и максимально социализировать их детей. Что касается буллезного эпидермолиза, сразу скажу, что любое заболевание редкое, оно так же, как и нередкое заболевание, может и носить легкое течение, и тяжелое течение. С тем же буллезным эпидермолизом у нас, который само по себе, конечно, тяжелое, инвалидизирующее. Все методы, которые существуют сегодня для лечения этого заболевания, у нас есть возможности лечить этих детей современными методами, существующими современными методами, и оказывать им и другую помощь. Например, само заболевание приводит к тому, что поражаются не только кожные покровы, понятно, наружные, но и слизистые. Наши стоматологи прошли курс обучения в Великобритании для оказания стоматологической помощи детям с буллезным эпидермолизом. Многие из пациентов наших очень хорошо социализированы, они женятся, выходят замуж, рожают детей. Кстати сказать, у нас есть дети, которые впоследствии работали и на телевидении, и так далее, и так далее. Поэтому ни в коем случае нельзя отчаиваться. Кажется, еще чуть-чуть, и подошва от кроссовок просто начнет плавиться от горячего асфальта. Солнце еще не в зените, а цифры на термометре уже перешагнули отметку в 30 градусов. Но жара не помеха для тех людей, кто готов помогать и дарить добро другим. В Москве на Поклонной горе состоялся благотворительный забег в поддержку детей с заболеванием буллезный эпидермолиз. Таких детей часто называют «дети-бабочки». Сегодня мы ждем больше 1000 человек, которые участвуют не в первый раз, а кто-то в первый раз участвует в наших мероприятиях. Будет очень жарко, и благодаря погоде, и, наверное, благодаря нашей атмосфере, которую мы здесь пытаемся создать, я всех очень-очень жду. И, если честно, я каждому безмерно признательна за то, что они вообще придут в такую погоду сюда к нам. Ожидания оправдались. Казалось, все лучшие спортсмены страны оказались в одно время в одном месте. Многие из них принимают участие в забеге уже не в первый раз. Мы все и собрались, чтобы им вместе помогать. Как бы, чем нас больше, тем больше помощи. Это самое главное. 14-летняя София не понаслышке знает, насколько непростое заболевание буллезный эпидермолиз. Она считает, что самое главное – верить. Верить прежде всего в себя. И тогда болезнь отступает. Это было очень тяжело, потому что было много ран, я была маленькая тогда еще. И все-таки мама мне сказала, что держись, то, что ты будешь жить дальше. И я справилась с этим моментом, и у меня уже пошли улучшения ран. В жизни детей-бабочек очень много ограничений. Подвижные игры нежелательны. Любая, даже мелкая травма может нанести непоправимый вред. А маленькому Роману на месте не сидится. Да и как можно укротить энергию ребенка в таком возрасте? Его маме остается быть всегда рядом. Травма может причинить им и одежда, и там, обувь, и пища. Мы тут... Нельзя сухари грызть, это точно. Потому что они могут остаться просто без слизистой на полости рта. Только на одни перевязки у семьи зачастую уходят десятки тысяч рублей в месяц. Конечно, не все могут нести такое непростое финансовое бремя. Без помощи просто не обойтись. Руководители фонда видят, как в последнее время изменилось в лучшую сторону отношение к детям-бабочкам. Во многом это благодаря неравнодушным людям, которые готовы откликаться на чужую беду, для которых помощь другим становится обычным нормальным делом. Когда меня назначили главным врачом, я увидела ребенка с мукополисахаридозом второго типа. И, что называется, заболела этим. И поняла, что, понимаете, врачи, которые занимаются редкими заболеваниями, эти врачи должны, которые знают очень много о многом. Почему столько узких специалистов в лечении этих детей принимают участие? Потому что, к сожалению, эти заболевания, сам патогенез, механизм воздействия на организм затрагивает все органы и системы. Мы были, поверьте мне, первые, когда провели, 2010 был год, когда мы провели
или День защиты детей, когда в этот день, да, все дети могут обратиться без направительных, да, документов. И вот это было впервые. И дальше уже пошло. Это были дети с мукополисахаридозом. Потом к нам присоединились дети с несовершенным остеогенезом. Потом дети вот сейчас уже с буллозным эпидермолизмом. Это плюс к тем детям, которые уже давно велись в нашем центре, где врачи заточены на то, что максимальное количество детей провести через этот центр именно с труднодиагностируемыми. Желательно, конечно, в идеале индивидуальный подбор реабилитационных мер. Собственно, здесь это и проводится. Вообще, знаете, в медицине происходят чудеса. Я еще раз говорю, редких заболеваний очень много. Они, да. При том же заболевании муковисцидоз, если раньше мы говорили о том, что пациенты, ну, максимум там доживают до 20 лет, к счастью, в последнее время методы лечения, новые препараты, они позволяют доживать этим пациентам и до 40, и до 60 лет. Поэтому это опять-таки, это, знаете, такая комплаентность, это взаимодействие семьи, пациента и доктора. Важно, наверное, в этой истории найти хорошего доктора. Неравнодушного. В научном центре здоровья детей праздник. Сюда приехали артисты, чтобы поддержать ребят, больных муковисцидозом. Муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, которое поражает многие органы человека и требует постоянного лечения и регулярных длительных госпитализаций. Лежать в больнице не очень весело для любого пациента, что уж говорить о детях, которым развлечения и праздники просто физически необходимы. Это просто необычные дети, потому что они воспринимают мир совсем через другое видение, через другую призму видения. И мне кажется, это очень правильно, что мы их поддерживаем. Я бы так сказал, я сам от них очень многому учусь. В отделении пульмонологии и аллергологии научного центра здоровья детей в год наблюдается около 300 маленьких пациентов с муковисцидозом. Не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов. Всего в России известно около 3000 таких больных, из которых 2500 – дети. Но, скорее всего, этих людей еще больше. Дело в том, что диагностировать редкое заболевание трудно. Муковисцидоз может рядиться под самые обычные заболевания. Тяжелый бронхит, там еще какие-то там нарушения, малиабсорбция, полипы носа. И часто поэтому диагноз выставляется не сразу. Чем раньше диагностируется заболевание, тем раньше начинаются все профилактические мероприятия. И медикаментозного плана, и немедикаментозного, спорт, психологическая поддержка. Поэтому, конечно, в данном случае прогноз будет благоприятнее. Чем заболевание ставится позже в диагноз, тем уже в организме развиваются необратимые изменения, которые поправить невозможно. Органы и системы выходят из строя, и поэтому уже нормализовать состояние такого человека уже гораздо сложнее. При муковисцидозе поражаются, например, органы, выделяющие пот, слюну и пищеварительные соки. Поэтому ребенку с таким заболеванием с самого рождения необходимо вести определенный образ жизни. Каждый день нужно принимать специальные лекарства, делать дыхательную гимнастику и спортивные упражнения, чтобы вязкий секрет не скапливался в дыхательных путях. Гимнастика для легких тоже также необходима. Спорт в том числе это... Ты чего? Затем спорт, естественно, очень большую роль играет для наших детишек. Праздники с участием известных артистов, которые устраивают для малышей в научном центре здоровья детей, это еще и способ рассказать обществу о таком редком, но серьезном заболевании. А значит, улучшить шансы на правильную и своевременную диагностику. Ведь в таком случае пациент с муковисцидозом сможет жить долго, активно и счастливо. Редкими заболеваниями только в Европе страдают 25 миллионов человек. Для лечения большинства из них у современной медицины нет пока средств. Однако грамотная реабилитация, забота близких и достижения фармакологии могут значительно улучшить качество жизни этих людей. В доме семьи Шестимеровых часто приезжают гости. Здесь умеют и любят устраивать праздники. В дни рождения хозяев бывает собирается до 30 человек.
И трудно предположить с первого взгляда, что так мило улыбающаяся хозяйка дома на протяжении 17 с половиной лет отчаянно борется с боковым амиотрофическим склерозом, редким прогрессирующим неврологическим заболеванием, которое возникает неожиданно и в течение нескольких лет приводит активного взрослого человека к полной парализации и тяжелым нарушениям дыхания. Поставленный врачами диагноз звучал как приговор. Приговор о том, что этой болезнью живут от 2 до 5 лет. Такую же информацию мы нашли в интернете. Есть очень редкие случаи, когда люди живут больше. Это так тяжело понимать, но когда ты с этим смеешься, жить становится намного проще. Когда раньше я ложилась спать, я надеялась, а вдруг я утром встану и буду здоровым. И нет, не получилось. У нас были маленькие дети, мы сразу решили, что будем жить, потому что нам надо поставить ребят на ноги, надо их воспитать, надо им передать мамину любовь, их напитать. Хочется лезть, накрыться с головой и никого не видеть, никого не слышать. Но надо понимать, что вот пока ты можешь ходить, там многие вещи можно сделать. Потом время уйдет, и ты уже многого не сможешь. Поэтому делайте все. Все, о чем мечтали, что хотели. Вы знаете, когда мы заболели, то нам сказали, нельзя перегружать мышцы, потому что увеличивается тонус, там что-то ускоряется процесс атрофии. Я настаивал на том, чтобы Таня занималась. Я говорю, ты сидишь перед телевизором, пусть у тебя работают ручки, ножками шевели. Потому что если мышцы атрофируют совсем, восстанавливать будет нечего. Вот. А если мы поддерживаем в них какое-то движение, сигналы, то когда, в конце концов, найдут какое-то лекарство, то нам будет что восстанавливать. Вокруг Татьяны объединилась не только семья, муж, дети, мама, но и все родственники. Так, на протяжении 17 лет 2 раза в неделю приезжает родная тетя, и по 4 часа через слезы они с Татьяной делают физические упражнения. И потом при этом заболевании надо обязательно, чтобы работал мозг, чтобы была большая активность, мыслительная активность. Она, например, с 2 своими детьми, вот с 1 класса и до 11 она делала все уроки. Все полностью, и физику, и химию, и литературу. Она сама читала, хотя было бы тяжело ей читать. Она читала, она разбирала. Все эти годы Татьяна остается креативно мыслящим человеком. К ней часто обращаются за советом. Ее друзья, друзья мужа, друзья детей, которые, кстати, даже завидуют ее сыну и дочери, что у них такая умная мама. Вот даже сейчас вот был этот пикник, посвященный заболеванию этому в Краснопресненском парке этим летом. Она организовывала весь этот пикник, она полностью все продумала, какие будут мастер-классы, какие будут игры настольные, какие будут эти подвижные игры. Еще Павел с Татьяной обожают делать друг другу подарки. Он ей 30 числа каждого месяца, день их знакомства, приносит цветы, а она недавно издала сборник его стихов. И несмотря на вьюги и метели, метровые сугробы под окном, тепло улыбок согревает дед Татьяны, и день январский кажется апрельским днем. Причины возникновения бокового амиотрофического склероза пока неизвестны, и лечения на сегодняшний день не существует, как и не существует государственных программ помощи и поддержки таким пациентам. Но в Москве существует служба помощи пациентам СБАС, которая является совместным проектом службы помощи милосердия и благотворительным фондом «Живи сейчас». Наша служба оказывает помощь таким пациентам. У нас пациентов порядка 130, где пациенты, члены их семьи могут получить мультидисциплинарную помощь, потому что помимо специалистов по медицинской части у нас есть музыкальные волонтеры, эрготерапевты, священники, психологи, которые оказывают комплексную поддержку и помощь этим пациентам. Рано или поздно у больных БАС возникают проблемы с дыханием. И служба помощи милосердия оказывает бесплатную помощь в виде необходимой аппаратуры. Концепция службы милосердия – убедить пациента не жить ради болезни, а жить ради жизни, что и старается делать герой нашего сюжета. Мы жили, научились радоваться каждому дню. Мало того, мы даже больше стали общаться, больше передвигаться, участвовать в больших количествах мероприятий. Даже в театры мы стали ходить гораздо больше, чем до болезни. У нас появилось больше друзей. Друзья, которые были, стали нам еще ближе. Надо
думать, что мы будем жить и жить и жить. Ставить очередные задачи. Мы поставили задачу поставить детей на ноги, дать им образование, все. Мы к этой задаче, эту задачу выполнили. Дочка закончила школу 11 класс, сын поступил в колледж. Следующая задача. Мы хотим дождаться внуков. И на сегодня это все. С вами была Дарья Федорова. Мы встретимся снова через неделю. А наш адрес и телефон на экране. 115-184, Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-0591. Электронный адрес факторжизни@yandex.ru. Архив программы на сайте inva.tv и на сайте ТВ-центра. Удачи вам и хорошего дня!